Продукция в этом магазине не совсем обычная. В прошлом все эти вещи принадлежали людям, которые задолжали государству. Штрафы, алименты, ущербы. Если у человека нет нужной суммы на погашение долга, судебные исполнители производят арест и изымают имущество. Таков закон. Составляется акт ареста имущества. В акте проставляется стоимость предварительного судебного исполнителя. После чего, по истечении 10 дней, должник либо взыскатель имеет право обжалования этого акта. В случае отсутствия от сторон каких-либо жалоб, данное имущество передается на реализацию. Реализация арестованного имущества относится к компетенции организации, которая имеет на это лицензию. Бобруйский – такая структура, общество с ограниченной ответственностью «Меркурий Бобр». Сегодня в городе работают два его магазина. Первый находится по адресу Минская, 123А, а второй недавно расположился на первом этаже магазина «Ткани ковры» по Горького, 41. Здесь намного лучше, спокойнее. И люди имеют право выбора дополнительного, так как на том месте, где мы раньше торговали, было меньше площади, все было навалено. Здесь все разложено, все красиво выставлено, и люди имеют право доступа к товару и, соответственно, увеличивается продажа. Здесь продается оргтехника, товары бытового назначения, одежда, обувь и гаджеты. Время работы магазина – понедельник, пятница с 10 утра до 7 вечера, в субботу до 17:00, а воскресенье до 3 часов дня. Людмила Любимцева, Владимир Гребеневич, Бобруйск, 360.